Всем привет! Вы на канале Акварелька. Мы сегодня отдыхаем на берегу нашей реки. Смотрите, как хорошо в гамаке лежать и любоваться на сосны, на реку. Это вообще кайф такой получаем. Заряд бодрости от нашей природы. Наслаждаемся солнышком. Меня покачивает ветерком, Лёх. Вот так вот летают в шлемах летчики по лесу между соснами. А тут и ветра нету между соснами. Ну вообще, конечно, сегодня ветреный денечек. Полет идет удачно. На бреющем полете пролетел. Другие удят. Ну, конечно, тут такие волны, я не знаю, рыбы, наверное, нету. Поймал рыбу! Нету? Так вот. Меня не сбейте. Пролетел. О, какое солнышко красивое. Какие корни длинные. Коряги до самой воды тянутся. Вообще весь какой-то июнь ветреный. Приехали мы на велосипедах отдыхать на берег реки. Тут у нас недалеко ехать. Гамачок повесили. В общем, классно. Отдыхать, не работать. А тем более на такой природе. Рыбачки, смотрю, сидят. Лодочки есть на реке. Только вот интересно, рыбы есть или нет? Рыбы, наверное, нет. Вот и дальше там тоже вот туда река уходит. В ту сторону Тольятти. Наверное. Ну, лодочки стоят. Ой, тут даже на машине доехали. А раз здесь можно проехать? Что-то я не знала, что тут можно на машине проехать.
Ну давай большую рыбку. Большая рыбка, ловись. Thank you.
такая вот клубничка спеет у нас на огородике. Сейчас буду собирать. Каждый день собираем по тарелочке. То, что у нас ее не так здесь много посажено. Ну, вот она есть. Где-то маленькие, где-то очень большие. Тут вот спрятались у меня хорошенькие такие. О, какие красненькие, большие, они сладкие. Сосед косит газон. Так, это надо, пусть еще спеет. Так, это тоже пусть сейчас пока спеет. О, как красненько. Ну, это вот что-то не очень. Здесь вот мята у нас. Надо тоже еще раз насушить. Я уже часть сушила мяты. Надо будет еще насушить. Мяты много. Может, кому раздадим. Кого нету. Курочка сегодня снесла такое яйцо смешное. Там, наверное, ой, это нехорошее, выбросим. Курочка снесла яйцо. Странной формы. Цилиндрическое. Как цилиндрик. Там, наверное, два сразу в одном. И они у нас немножечко такие, как поколотые с торца. Надо побольше им перинку делать в гнездах. Ух, какой гигантская. Гигантская клубника. Но я пока срывать не буду. Она что-то еще не совсем поспела. Пусть дальше спит. Вот и здесь тоже. Краешек еще не поспел. А смотрится прям так хорошо, красиво. Ну, у нас эта клубника, она ремонтантная. Она будет спеть все лето, до самых заморозков. Поэтому у нас такого большого урожая не бывает. Вот прям сразу, чтобы много собрать. Вот постепенно, вот мы маленечку собираем. Вот тоже какая гигантелла. Вот сколько клубники собрала. Ну, каждый день по тарелочке. Ремонтантная она у нас. Вот, если смотреть вот по ведерку. По ведерочку вот такого вот. Чуть больше майонезного, да, собрала. И еще у нас вот тут курочка снесла странное яйцо. Смотрите, если вот сравнить вот с такими малюсенькими, то вот это вот прям, то вот это вот прям какой-то формы цилиндрической непонятной. Ой, тут, наверное, сразу три яйца внутри. Смешное яйцо. Такой формы яйца никогда не видела. Смешное яичко, конечно. Надо попушистее гнездо делать. У нас гнезда прям совсем бедненькие. Тем более они все опилки как-то сгребают в угол. И получается, что вот просто на деревяшку несет яйцо курица. В общем, вот такое вот смешное яйцо для сравнения. Смотрите. Вот малюсенькое какое и какое огромное. Сейчас ягодки почищу, помою. Разделю всем помаленечку. Вот такое вот блюдо собрали. Вот оно, глубокое блюдо. Такая вот клубничка. Но в этот раз побольше получился. Так каждый день чуть поменьше тарелочку собираем. Вкусная своя клубничка. Аромат стоит клубничный по комнате. Муж говорит, ой, какой приятный запах. Вот сейчас вот сахарком посыпем. На десерт. Вкуснятина летние. Витамины. Пополняем свои организмы витаминами. Если даже у вас нет своей ягоды, покупайте, ешьте, пока сезон. Естественно, только у кого, смотрите, аллергии нету на этот продукт, на ягодку. Кстати, слышала в передаче, что клубника, она не относится к ягодам. Не должна относиться. То есть она какая-то сложно костяника.
костяная, как ее правильно сказали. Что-то как-то по-другому называется. К другим относится, если смотреть биологию. Вот. Если кто знает, поправьте. Всем приятного аппетита!